Песни на разных языках звучали на всех открытых площадках Риги, в том числе и в парке Варманис, одном из любимых мест отдыха рижан. Здесь часто проводятся подобные концерты. Участников всемирных хоровых игр немало и среди зрителей. Поэтому часто песни, которые начинают петь на сцене, подхватывают все. Наш регион на конкурсе представляет краснодарский хор «МЭЦ». Ой, очень дружественная атмосфера, мы очень рады, что нас так понимают, очень приятно, такая публика замечательная и вообще город замечательный, Рига, нам очень нравится. Парад хоров начался в 5 вечера по местному времени. Участники фестиваля прошли по улицам Старой Риги. Через 2 года вокальную эстафету подхватит Сочи. Сотни лучших певческих коллективов планеты соберутся на берегу Черного моря. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.